вами я, Александр Сучков. И давно не было моих видеороликов на Ютубе, ВКонтакте и вообще. Что, почему и как? В общем, теперь... Ну, вот, если вам не видно там, можно заметить. То есть вот ссылка на мой новый ВК. То есть теперь, который ID53535463 пока что забанен. Я пока что его сейчас разбаниваю, пишу в поддержку ВК. В общем, мне там заблокировали навсегда, и разбаниться я не могу. В общем, вот как-то так, я пишу поддержку, и, в общем, пока что ничего нету. То есть это началось с марта, и, в общем, после 1 марта, вот после того видео, которое я последнее выложил, все. Все закончилось, все, нет. Ни в YouTube я не выкладывал, ни в ВК, потому что ВК сам забанили, и я теперь занят только ВК. Вообще тем. В общем, сейчас я создал нового ВК, вот, то есть vk.com, Алекс Сучков, 2001. Новая ссылка. Там пока что нет, но баском по 2017, то есть я не в админах, но пока что все это восстанавливается, все это делается, и возможно уже в апреле все будет готово. Или придется новую группу создавать. Также вот у меня есть вот моя новая страница. Вот, если вам будет там видно, вот, то есть там можно заметить, вот, что я теперь онлайн, и вот моя новая страница. Там не будет выкладываться фото, видео и типа того. Там вообще ничего не будет выкладываться, и там только, ну, как бы, мало людей сейчас подписалось, потому что всего лишь несколько дней, и все как бы забыли обо мне, то что, ну, в общем, просто забыли. Да, есть такие люди, которые искали меня, писали везде, ну, в общем, искали меня, если они искали, они нашли меня, добавились. Но я их не принял, то есть я всех теперь опять подписчики закидываю, потому что меня забанили, кто-то меня взломал ВК, тот. И, в общем, от него делал какие-то рассылки. И, в общем, меня заблокировали. Поэтому я решил кидать всех подписчиков, и вот теперь у меня только где-то 4 друга. Возможно, будет там 5 друзей, ну 6. Максимум 10 друзей, которые у меня будут. Но, как бы, я не буду показывать того, что там, что типа там, у меня там много друзей, много подписчиков. Подписчиков будет там много, но друзей мало. Потому что я решил то, что если вы там подписчики, то оставайтесь в подписчиках. То есть вы не знакомы, не люди. Ну, в общем, вот как-то так. Я понимаю, вот если вы сейчас смотрите, вы постоянно со мной играете в Стиме, там что-то такое, там, ну, в общем, играем вместе. Вы мне как бы тоже не друзья, и вы остаетесь подписчиком. Да, может быть, я вас добавлю, или там начну вам писать, и вы меня начнете писать. Но чтобы добавить вас в друзья, я не знаю, что надо будет делать. Я вас не добавлю в друзья. Я теперь не набираю друзей, я набираю только подписчиков, поэтому добавляйтесь подписчиками. Так, вот то, что я хотел вам только рассказать. Да, вот вся компания Nubus сейчас приостановлена, и поэтому видеоролики, которые я уже подготовил, чтобы выложить, они пока что, ну, приостановлены, и я их выкладывать пока что не буду. Ну, потом как-нибудь выложу, когда все восстановится, все сделается. В общем, пока что как-то так я это все готовил. Вот, все. И еще вот вам фокус. Так как я Nubus, я теперь научился делать вот так. В общем, да, вот так вот теперь я могу делать. То есть в любой момент, в любом стриме я теперь могу вот так вот делать. Давайте я верну, как все было, то есть маска как бы мне сейчас не нужна, она только для стримов и всяких других, в общем, штук. В общем, вот и все. В общем, теперь поговорим о самих видеороликах. Да, я опять вернусь на старые программы, типа Бандикама и там других. Я на свои программы больше пока что не буду снимать, потому что я вам сказал, то, что все пока что приостановлено.
Я буду снимать видео через Bandicam, делать какие-то видеоролики, которые, ну, не очень интересны, хотя все мои видеоролики интересны, кто их смотрит. Ладно. В общем, я вам все сказал, все будет нормально, то есть все восстановится, ну, я так считаю. Если не восстановится ВК, то придется мне как-то перенастроить канал, как-то что-то убрать, что-то добавить новое, и, в общем, что-то получится. И вообще я не рассчитывал, то, что меня вообще забанят, и что-то там такое будет. Но раз такое произошло, ну, если я не смогу все-таки разбаниться, то я не знаю, что я буду делать. Ну, в общем, пока что все. Все, что я вам хотел сказать. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Nubass Company. Пишите комментарии под видео, добавляйтесь ко мне в ВКонтакте. Олег Сучков 2001, то есть нового ВК. Я уже привык говорить 53-53-63-ID, но ID 53-53-63-63 пока что не работает, и поэтому добавляйтесь на Алекс Сучков 2001. Всем удачи и всем пока!